В пятницу вечером стало известно, что еще одно кресло начальника в региональной полиции стало вакантно. Сотрудники УФСБ Мордовии пресекли деятельность руководителя оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального МВД Дениса Полякова. 43-летний полковник на высокую должность был назначен в 2012 году. Судя по многолетнему стажу службы, нареканий в его адрес не поступало, но спустя 10 лет Поляков допустил ошибку. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Как следует из пресс-релиза Федеральной службы безопасности, полковник в период несения службы нарушил обращение с документами, регламентирующими организацию оперативно-розыскной деятельности, которые составляют гостайну. Других подробностей чекисты и следком Мордовии не приводят, ссылаясь на секретность. Версий может быть много. Либо кто-то получил доступ к материалам с грифом, либо их пересылали не по защищенным каналам связи. Так или иначе, решением руководства МВД Поляков был отстранен от занимаемой должности. Анастасия Семушева, программа «Происшествия».